Поддерживать инициативы граждан и некоммерческих организаций, вырабатывать рекомендации органам местного самоуправления, вести контроль за работой чиновников – все это задача городской общественной палаты. Ее состав в этом году обновился, поскольку завершился пятилетний срок работы общественной палаты прошлого созыва. Первое заседание в новом составе состоялось в городской администрации при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Новым председателем общественной палаты единогласно избрали доктора экономических наук, профессора Габибулу Хасаева. Человек высочайшего профессионализма, человек глубочайшей порядочности, и к его мнению, безусловно, прислушивались, прислушиваются и будут прислушиваться. И я благодарю Габибула Рубановича, что вы согласились возглавить такой ответственный пласт работ. Не все вопросы, которые будут рассматриваться на заседаниях общественной палаты, имеют какое-то прямое, однозначное решение. Всегда надо находить компромисс, и убеждена, что с вашим опытом, с вашим знанием, конечно, эти компромиссы, конечно, эти решения будут найдены. Благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это высокая честь и огромная ответственность возглавить общественную палату одного из городов-миллионников Российской Федерации, где представлены такие, я бы сказал, выдающиеся, известные, опытные, авторитетные личности, носители многих компетенций, которые помогут нам осуществлять успешную деятельность на благо нашего города. В состав общественной палаты четвертого созыва вошли 27 человек, в том числе главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Традиционно в состав общественной палаты города входят наиболее известные, уважаемые люди, которые внесли весомый вклад в развитии города, являются лидерами общественного мнения и представляют различные социальные группы городского сообщества. Я хочу от имени членов общественной палаты Самарской области, от имени нашего председателя Виктора Александровича Сойфера поздравить вас с вхождением в четвертый состав общественной палаты города и выразить уверенность в том, что наша совместная работа послужит дальнейшему развитию и процветанию города Самары и Самарской области. В состав городской палаты традиционно избираются 14 кандидатур, которых определяет глава города, и 13 представителей общественных советов и некоммерческих организаций. Это позволяет сделать общественную палату эффективной переговорной площадкой горожан, бизнеса и власти. Большие проблемы складываются из маленьких нерешенных вопросов. А эти маленькие нерешенные вопросы часто не решаются на каком-то мелком уровне. А когда встречаются руководители, вот этих мелких вопросов, их как будто нет, решается все очень легко. И вот как раз, мне кажется, цель вот этих общественных советов, общественной палаты для того, чтобы вместе на высоком уровне вырабатывать методологию работы, чтобы исключать вот какие-то несоответствия в работе на благо общества, граждан, людей, обыкновенного человека. Общественная палата Самары впервые собралась в 2007 году и с тех пор является площадкой для широкого диалога, обсуждения гражданских инициатив и местом аккумулирования всех общественных предложений для улучшения жизни города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.